Приветики, продолжаем играть в Секира. Тени умирают дважды, трижды, пять раз, семь раз. Вначале мы убедились, что умирают они ни хрена не дважды. Так, я тут немножко походил, но там сзади монетки нашел какие-то. Тут тоже пакетик лежал. И нашел подобие бонфайра. Вот, бонфайр у нас какой-то. Не понимаю, что такое не вид. Помощь. Что это за не вид помощь? Какие-то бусинки, воспоминания, жизнь, сила. Пока ничего не понятно. Так. Итак, у того мужика мы узнали, что паренек еще жив. А если жив, значит наша задача его спасти. Тогда начнем. Хрен знает куда идти. Как обычно нас отпустили. А, вот он говорил, справа кто-то есть. Вот, справа. Чухан. Привет, Чухан. Сукумуту. Сукумуту. Меня зовут Сакамото. Привет, я Сакамото. Ну да, опытный. Только какой-то плохой. Сукумуту. Руку отрубили даже. Сразись со мной. Ха-ха-ха! Прежнему жив, как и думал. Так, теперь рассказывай, почему мы умираем дважды. Мало кому удалось убить меня так безупречно. Кто ты такой? Одни говорят бессмертный. Я не могу умереть, вот и живу. Что насчет тебя? Я постоянно буду говорить. Не умирающий противник может оказаться Так, ладно, все, не хочу я. Короче, на нем можно упражняться. Странно, конечно. Ящик для подношений. Предметы, которые оказываются недоступны в других местах, появляются в ящике для подношений. Если ящик подсвечен, значит в нем появился предмет. Предмет из ящика можно забрать за пожертвование. Ни хрена не понятно пока, но думаю, поймем в процессе. К тому же, типа, оставленные вещи на локации. То, что ты не подобрал, появляются в ящике в этом. Так. Можно метать крюк. На ЛТ. ЛТ использовать. Ну и чего? А во! У-ху! А, и обратно также можно. Прикольно. Ох, какой красивый. Захода восхат. Восхат. Восход. Волшебный восток. Здесь чары и меч. Отвага. Ой. Отвага и честь. Так. Я так понимаю, я должен сделать вот так вот. У-ху! Да. О, еще один бонфайр. Найден идол резчика. Ча. Так. Вроде кто-то ходил, или мне меня глюкнуло. Да нет, кто-то ходил. Воу, я думал... Я сдохну. Сбор трофеев с врагов. А как собирать-то? В смысле? Вот на нем горит трофей. А я не понимать.
А я не понял. Ну, пофиг, как-то, короче, так. По идее-то ведь на X так-то, но почему-то ничего не горит, типа. Так, я плюхнулся сверху. Оу, как можно тут... Прыгай! Вас вообще как ложков валить можно. Так. Где он? Ага, вот это у нас сначала. Этих с этими я как-то сложнее справляюсь. Да блин! Эй, тихо, тихо, тихо! Братан, ты офигел, что ли? Прими мою кровь и живи. Сбили с ног или лишили концентрации А или Б, чтобы выполнить перекат. Кровь божественного наследника дает возможность восстановить. Вот, типа, я за счет его крови восстанавливаюсь. Вот, в бок-то, кстати, вот, на Б уворачиваться в бок. Так, а насчет наград я так и не понял. Как мне собрать награду с них? Что-то вообще непонятно. Так, сменить предмет, подслушать. Меню паузы. Это понятно. Да как собрать предметы? Это вообще какой-то нонсенс. У них вот монетки валяются. Я собрать не могу. Так. Это уже не есть хорошо, что я не прочитал, что было написано, когда обучение происходило. И теперь я не знаю, где это посмотреть даже. Ну и ладно. Так. Хо-хо! По красоте сделал. А вот сейчас некрасиво было. О! Только что за спину зашел ему. Че, урод, Ну ведь собирать ведь на X обычно, правильно? Леденец Унго. Леденец из храма Сэмпо, наделенный благословением Унго. Именно снижает урон вашей жизни от физических атак. А, все, надо на X зажать. Все ясно, чтобы собрать, надо X зажать. Чтобы собрать, нужно X зажать. Чтобы собрать... Волки, блин! А эти шапки бесполезны! Вот так вот ветер, типа, такой... Засасывалка. Блин, здесь
За счет этого крюка, я так понимаю, столько мест спрятано, которых хер найдешь. Это реально вот, ну... Это нереально, реально нереально найти все. Вот там, например, что-то горит, стоит мне туда идти или не стоит? Вот там какая-то дырка. О, их взять. Колесо для сюрикенов. Установка инструментов протез. Все понятно. Короче, быстрое перемещение к речи, код Bonfire. И вот это как раз инструмент. Сюрикены метать, походу, можем решить. Так. Петух? Смотрите, петух. Я убил петуха. А смысл? Смысл петуха? Это... Вот смотрите, вот там тоже что-то есть. Вот там еще и мужик бродит. Так. Это получается сейчас где? Ага, все, я понял, где я. Так. А как мне туда? А, спуститься. Все, no problem, все понятно. Сколько же здесь всего? Говорю, тут, наверное, запрятали, потому что... Они в Dark Souls-то умудрялись прятать все, что, блин, не приколочено, хотя там прыгать нельзя было, ничего. А здесь можно летать. Леденец Ако. Значит, здесь вообще все к чертям попрятано так, что тебе нужно 200 раз будет оползать локацию, чтобы найти все, что спрятано здесь. Человек-паук. Человек, но паук. Прикольно. Быть человеком-пауком. А сюда-то нельзя? А что такое? А, это, наверное, перезарядка воскрешения, да, внизу? Скорее всего, да. Это перезарядка воскрешения. Так. Хочу быть замеченным. Хочу тихонечко его убить. У него еще два воскрешения. Это сильный враг. Опасные атаки. Каждый такой тип требует определенной реакции. ЛБ во время вражеской атаки. Выпада отразить. Перегнуть по дуге. А, вот А. Или уклониться с отходом. Выпей. Да как так-то? После смерти деньги и опыт, не потраченные на очки навыков, пропадают. Что пропало, то пропало. То есть... Минус 107. Охренеть. Так. Да блин!
Да шавка! Сдохнет уже. Ну, хотя бы не весь, а часть опыта теряю. Что за... Ты я представляю, что с боссами будет, если меня уже вот такие унижают шавки. Начальник, его нужно убить все равно. Да блин, его ударов вообще нереально вернуться. Это я вообще не понимаю, я что блокирую, что не блокирую, все равно такая фигня. Я сейчас весь опыт просору просто на том, что дерусь с этим уродом. Невидимая помощь. А, так вот, наверное, она срабатывает. И сейчас не умерев, вы лишаетесь половины накопленного опыта и денег. Но изредка этой потери можно избежать. Невидимая помощь богов будет избавить вас. Все понятно, что такое невидимая. Невидимая помощь, быстрее! Короче, я опыт не теряю, типа, из-за этого. Блин! Да? Эй! Thank you.
Групповая атака. Так, сверху у него это концентрация, я так понял. Ее нужно выбить, прежде чем ударить. Так что ли выходит? Что-то ни черта не понимаю. А почему я тут? Поветрие, резчик, откуда доносится, блин, какая похожая. Поветрие. Драконье поветрие. Чем чаще умирает тот, в ком есть наследие дракона, тем больше по миру распространяется болезнь под названием драконье поветрие. Кашель и хрип доносится отовсюду, дают понять, что один из знакомых волка заболел драконьим поветрием. Чем больше больных поветрием, тем ниже шансы получить... Чего? Тени ирето. Нин. О. Шиноби гиш. Нин о шикому кото де. Катаки тате нараба. Учи шиконда нин га фуэ. Коросу айте нарину. Сою кото. Зуйбун току. Э. Икан. Ицу маде мо. Чина дуре каште миру. Я что-то не понял, что за фигня насчет драконьего говна это? Открыть меню снаряжения, использовать инструмент протезии. Открыть меню снаряжения. Так. Встроенный сюрикен. Эмблемы духа. Все понятно. Купить эмблемы духа. 10 монет, которых у меня нету. Так, важные места. Короче, какой-то чувак заболел какой-то фигней из-за того, что я часто умирал. Эта игра не щадит. Она просто жестоко наказывает. Ты думал, с тобой тут играют в игрушки, а вот фиг тебе. Никто с тобой играть не собирался. Я просто собирались тихо и жестоко унизить. Нифига. Да как ты пробиваешь на меня? Опа. Ой, подожди. Чёртов начальник! Да блин! И никогда тут тебя не одолеть так. Будем по малёху тебя тыкать. Это просто ужас. Это... А тут по часу буду проходить только вот одного такого боссика. Это просто ужас. Так, у меня закончились эти штуки.
меня сразу увидел? А, блин. Сам спалился. Сдохни! Да блин! Просто заколбашиваю до смерти! Я понял тактику, просто хренач без остановки. Тут стамины нету. Тут нет стамины, как в Dark Souls, можно просто налево-направо шашкой махать. Жесть, просто... Как бы мне выпрыгнуть отсюда и куда-нибудь другое место? А хотя зачем выпрыгивать? Он сейчас подойдет. А это кто там такой? Ох, их четверо! Я, конечно, все понимаю, но почему у вас так много? Бездумно раскидываем сюрикены. Еще бы чуть-чуть и мне хана была бы. Потеряли все, нет. О, нет! Вы меня не потеряли! Это вы тут заходите, это, да? Смерть. Это мне снова снова начальника валить. А можно я его пройду? Мимо, пожалуйста. Одни бусинки. Купить эмблему, улучшение выносливости. 4 четки. Все ясно.
А, то есть сильные враги не возрождаются. Ну, уже радует. Так. Тут вроде был кто-то. Вот и кто-то. Друг мой любезный, вы не офигели? А ты кто? А ты кто? Так, ты слишком жирный, мне поэтому надо увернуться от твоих атак. Ох, нифига, ох, нифига! Уходим! Да блин! Жирдяй, ты слишком жирный. Я не понимаю, почему я тебя пробить-то не могу? Вот и все. Жердячик он большой, но тупой, да, я так понимаю? Он быстро меня теряет, очень быстро. Воу! Так. Это какой-то звездец. Я же могу его пройти, правильно? Мне же не обязательно с ним драться. Могу просто свалить от него. Вот так вот и все. Собрать я вроде все собрал.
О, это ты, Иноске. Сын мой, ты видел молодого господина? Я промолчал. Что, тебе нечего сказать? Может, живот заболел? У тебя всегда был слабый живот. Впрочем, ладно. Возьми этот колокольчик. Что за колокольчик? Колокольчик господина Куро. Она попросила принести в дар Будде. Такие амулеты дают владельцу защиту Будды. Считается хорошим тоном, что получив чужой амулет, принести его Будде от Эхимени. Рассказать, как это делается, речи к разрушенному храму. Все понял. Чё музыка такая? Где кто это? Кто-то меня спалил, что ли? Я не понимаю. Гребаные петухи. Так, погодите, а там... Внутри этого здания там что-то есть? А как туда попасть? Вот, а где я вижу, что что-то есть. Вот оно как. Смотрите-ка как, а? Зашкеркано. Кошелечек, кошелечек и кошелечек. Не так, чтобы очень, но подшкерили немного. Тарезо. О. Я. Кожин. Послушайте, меня зовут. А, Иноске Нагами, вот сын ее. Я вассал семьи Хирата. Хирата Кёка. Сокуно Абараян, ватасино хана курите шимай. Она уже не тот, она людей не различает. Одуши сузу. Сока. Благодарю вас. Сону сузу. Гагото но йони. Все понятно, хорошо, мужик, хорошо. Я принесу его Будде. За тебя. И за всех. Это-то куда идет? Лестница ведет. Там тоже кто-то есть. А, все, я понял, это куда. Лови порцию. Адреналина раш. Так, тут что-то есть. Кошелек. Это жирный бродит. Я смогу его все-таки подстрелить или нет? Да! Ха-ха! Не зря я тогда вернулся. Точнее, сейчас вернулся. Не тогда, сейчас. Пока! Ух, ни черта себе! Вы долбанулись, что ли? Предлагаю перестраховаться и... немножко отвалить отсюда. Да блин. О. Пока. Отдохнуть.
Все, отлично. Так, сколько? Давайте еще. Да пройдем там. О, нифига, круто. Да здесь пол локации срезать можно. Опа, вот и все. Мы уже там, где были. А вон пушечник-то. Черный порох. Так. Вижу петуха. И какую-то красную фигню. Думаю, сначала надо убить петуха. Опа, нормально, нашли идол. Блин, не могу теперь обратно запрыгнуть к петуху. Ты кто? Шиноби, господин Синоби. Той ночи. Все говорят про какую-то ту ночь. Донна, обойте нендеска? Да не помню я. Нархадо. Обойте нето. Надо, ашива анта не аттака. Соногорова. Срекара ашива ротте. Моноурио. Га. Зениганай. Зениганай ка. Сокоде данна. Ашини чито бак. Сорео мотоде ни. Дан. Срекара омаке ни. Зенито. Данна. Ну давай, теперь рассказывай эту ночь. Ано йо Аширава. Мы с парнями увидели, что у меня есть Хирата. Хирата, вы знаете, на то ли, Ашина на бунке. Чинке на ято нанза. Вцуа ка, кедо. Сендатте на икса на ори. Мы тогда вломились, аккуратное время битвы. Почти никого из мертвых самураев дома не было. Лично нашла возможность. Соно санака де са, данна ва нанька о сагаште та. Сонна фу ни миеяш. Аши га шиттеру но ва сонна. Со. А, ано йо мо, чоудо сонна ка, има мо, нанька. Не, одай сай итадакериа, зехи, джохо катте кудасе. Извиняй, не хочу больше денег тратить. Шинаоши, данна. Ты вообще ничего полезного, понимаешь? О! Пробудил какое-то интересное видение. А может и не интересное, но видение. Так. Вот сюда сначала сходим. Опять дрожжи. Одно дрожжи. Это что там? Ой! Понятно, еще один. Ой,
Да блин! Одного убило, второй убил меня. Ну блин, тебя фиг пробьешь. Не теряй бдительность. Никогда. Вот с этим я бы не хотел связываться вообще. Я вижу, что он мощный, и не знаю, как к нему типа подобраться-то никак нельзя. То есть только так валить его. Эта игра унижает меня просто и морально, и физически. Ладно, думаю, на этом закончим. Великана я приду уже не на запись, скорее всего, потому что мучиться буду с ним я, походу, очень долго. Ладно, всем спасибо, всем пока.